4 года колонии и лишения прав. Такое наказание водителю грузовика, врезавшегося в пассажирский поезд, вынес суд. ЧП, напомним, произошло осенью прошлого года на перегоне Мыхпаевской близ Мегиона. Водитель Ивека проигнорировал сигналы о приближающемся к переезду поезде и влетел в состав Адлер-Нижневартовск. Один из вагонов оказался буквально вспорот. В больницу госпитализировали несколько десятков человек. Двое из пострадавших позднее скончались. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Это признание вины, извинения перед пострадавшими и наличие водителя несовершеннолетних детей. В итоге мужчины назначено 4 года колонии поселения с последующим запретом на вождение грузовиков в течение 3 лет.